вами канал Улица Москвы. Мы выходим на улицу Клинская Московского района Коврино. Туда в пересечении с Зеленоградской. Ну, улица Клинская названа, понятно, по городу Клин. Город Клин у нас по ленинградскому направлению будет. Ну и, соответственно, здесь мы тоже на ленинградском направлении, вблизи станции Ховрино. Она вот тут, улица, отходит немножко вглубь района. А дома вот именно конкретно в этом месте почему-то все по улице Зеленоградской. Ну там вот для Зеленоградской уже параллельно железнодорожные линии будет проходить. Над ней еще соорудили эстакаду новую в вылетной магистрали. Мы, конечно же, туда тоже скоро попадем и все посмотрим. А пока что мы в кварталах района Ховрино. Прямо там еще можно будет дойти до улицы Петрозаводская. Примерно мы сейчас в ее сторону движемся. Ну, вот это уже дом 18 по улице Клинская. Этих припаркованных машин. Ну да ладно, что там, проезжая часть как проезжая часть. Рисунок красивый.